Ребятки, всем здорово, я по всем скучаю. Че, вы, наверное, видели уже видео, как я ездил в гости к Роману Ленгелу. Ну и, соответственно, подарил ему его любимое пиво, русское, Балтику. Он был этому очень рад. У меня, ребятки, осталось еще 4 баночки такого же пива. И я решил сделать такой эксперимент. Сейчас пойдем в бар. Наш единственный. Я объясню бармену, моему другу Якубу, что, короче, нужно угощать всех, только чехов, никаких русских, казахов и так далее, никого угощать не будем, только вошедших чехов. Кто войдет, мы тому там полстаканчика нальем, то есть полбаночки, чтобы хотя бы 8 человек попробовало. Ну и попросим оценить, нравится им, не нравится это пиво. Я не знаю, как оценят. Ну, тупо пускай поставят большой палец вверх или вниз. То есть понравилось, не понравилось. Вот так мы оценим. Спросим тем самым мнение у чехов, как им наше пиво. Я бы поставил дизлайк, если честно. Рома поставил лайк. Вот он наш барчик, единственный и неповторимый. Уже около 7 часов, он уже должен быть открыт, по идее. Открыт. Якоб, my friend. Где люди, блядь? Привет. Чао. Смотри, что я тебе принес-то. Смотри. Ты задачу понял? Задачу понял? Я тебе сейчас Google Translate переведу. Все, ребята, я объяснил задачу. Они вроде все поняли. Вот этот мальчик, он не за рулем, будет пробовать. Якуб за рулем, короче, он пролетает. А пока ждем второго чеха, чтобы хотя бы одну банку открыть. Мне наливают он. Козла моего любимого. Только по полбанки, окей? Полбанки. Чуть-чуть. Вот два клиента первых уже созрели. Парень подождет, сейчас кто-нибудь еще придет. Сори. А, ты, окей. По полбанки, потому что 8. 7. 7. Ты что? Сколько там алкоголя? 5,4. Ты его. Good? Good? Too much. Too much. Я не понял, too much. Наливай. Наливай френду. Это не отрава, не бойтесь, не отравлю вас. Wait, okay? Чао. Ну давайте, на здоровье. Я, подождите, я с вами. На здоровье. Спасибо. Угощайтесь. Як? Сладкий? Не сладкий. Ага. Водовый. Але алкоголь где там есть. Блин, если бы я понимал, что говорить еще. Там lots of alcohol. А? It's like... Сделай чуть-чуть тише, а? Тут громко телевизор. I feel... Strong? Strong, much alcohol. Alcohol, как и хуй. Taste, alcohol taste. Да потом попробуем, ну потом, ну ладно, смотри ну, сам. Ну давай. Ну лайк или дизлайк, скажи. Лайк. Good? Good? Good. Good, не good? Good. Good? Понравилось? Тебе понравилось? Not bad. It's not bad. Неплохое, да? It's not bad. Отлично. Я рад за отечественного производителя. Ну тебе что? Ты угощайтесь на здоровье. Ну что? Я думаю, от глотка пива тебе ничего не будет. Но it's not bad. Not bad? Окей? Окей? Ну отлично, что, молодцы. Спасибо. Спасибо. It's free. It's present for Russia. From Russia. Да, Балтика 7. Попробуй. Ale jako jestli to má 5,4 nebo kolik, a ještě má nějaké 9. Dobře, no skáže like, dislike. Good? Like? OK. Блять. You said Baltica 9. This is 7 and you have Baltica 9. No, нет. It's Russia.
Из Russia. Only 9. Oh, only 7. Ну надо же, всем пока нравится пиво. Так, ребята, еще пришли люди, сейчас будем их угощать. Так. It's free. Пробуй. Оп. Drink. Балтика 7. Рус. Good, no? Málo hořký. Ale dobrý, ne? Nebo platný dobrý. Good, no? No? Mezi. No, tak. To jest. Já mám radši hořký piva, tohle je to pro mě ne. Oh, better for him is Czech beer. No, já понял. This beer is not bad. Aha. But Czech beer is better. Okay. Tady pán se vás takhle točí. It's free. Sovětský člověk. Sovětský člověk, yes. Ahoj. Ahoj, ahoj. Naliva, to bude člověk? Spasí. Chcete to taky zkusit? Naliva i. Vám můžu přinést. Jo? Pivný kvas, že? Probuj. Pivný kvas, pivo. Je to pivo. Балтика 7. A ty jsi přímo jako Rus, anebo? Ruska. Pivo Rus. Ruska. Já jsem byl v Leningradě i v Moskvě jsem byl. Byl v Leningradě? V Leningradě jsem byl i v Moskvě. Mě natáčí ty kvůra. Dobrý. Dobrý? Хорошая. Хорошая? Окей. Thank you. На здоровье. На цели. Добрый пиво. Окей. Спасибо. А не за что, пожалуйста. И девушке налей, пожалуйста. Да, налей. Понравилось пиво. Good. Pepino. Honzo, to je z Lahve nebo? Ne, z Plechovky. No. Nějaký ruský baltán. Kolik to je? Ruský, to je tak 12, no má to asi 5-4, to má 12. Znalec, to je znalec, bacha. Mám můžu ukázat Plechovku, jestli chcete. No. Good? 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 Добрый. Все, на здоровье. Спасибо. Дякую. Ну все, ребята. Короче говоря, получается, сколько там я сейчас вы видите на экране, какой счет. Короче, никому оно не понравилось. Всем понравилось. Вот этому человеку он сказал так, средненькое. То есть он больше любит чешское пиво. А так всем понравилось, в принципе. Ну, я рад за... Спасибо. Я рад за русского производителя. Чехам наше пиво нравится. Так что пейте на здоровье русское пиво. Но мое личное мнение, конечно, чешское пиво number one. Все, ребят, спасибо за просмотр. Поставьте, если понравилось видео, большой палец вверх и подпишитесь на канал. Все, всем пока. Постараюсь не опозорить имя российского футбола, даже без бутс. Птичка, спой. Ну спой, птичка. Подпорочку сделали, смотрите, куда идет подпорка. А теперь поворачиваемся вверх. И вот он, красавец, с хвостом. Да, ты. Смотрите, в квадрат играют. Сразу даже по квадрату я вижу, что уровень слабенький здесь. То есть у меня есть шансы зацепиться за эту команду.